вони в гарних умовах. Они в хороших условиях. Они продолжают проходить уже не медицинское обследование, а уже лечение, восстановление. Однажды к ним уже приезжали семьи, вы знаете об этом. Мы работаем над тем, чтобы семьи попали к ним еще до новогодних и рождественских праздников. И, безусловно, они сегодня присоединяются, и мы сотрудничаем с ними и над списками людей, которых мы возвращаем. Потому что они лучше всего осведомлены о людях, которые находились на Азовстале. Поэтому на постоянном контакте. Это наши герои. Это люди, которые уже вошли в историю современной Украины и не только, но и всего мира.